пару слов о курсе, прошу сказать. Да, сначала расскажу о себе немножко. Да. Меня зовут Александра, я занимаюсь игропрактиками, также я занимаюсь интеллектуальными играми, развитием интеллектуальных игр в Санкт-Петербурге и в Москве, а также по России. С какой целью и ожиданиями участвовала в курсе генеративного коучинга? С целью изучения, собственно, самого метода, методологии, как это работает и как это можно применять в текущем бизнесе, и как это можно применять непосредственно в решении своих собственных задач. Хотелось еще, заходя на курс, хотелось еще, в принципе, зайти именно в коучинг, как в профессию, да, и с точки зрения, с парадигмы именно генеративного коучинга. В результате курса сформировались, как мне кажется, такие достаточно устойчивые навыки и встроились в систему парадигмы именно генеративных состояний и генеративного ведения клиента. Получили прекрасный опыт как супервизионный, так и опыт работы с клиентами, опыт работы с групповыми процессами в состоянии, да, в получении генеративного состояния и в решении вопросов, находясь уже в генеративном состоянии. Курс можно порекомендовать, в принципе, он будет полезен достаточно всем в качестве ознакомления, да, с генеративными состояниями и с их влияниями на собственную жизнь. В принципе, он будет достаточно полезен всем для решения собственных каких-то проблем. Но также он будет полезен профессиональным коучам и психологам для расширения своего диапазона, арсенала работы с клиентами. Спасибо. Все.